сегодня 18 мая 2024 года, суббота. Мы свободны сегодня. То, что планировали в поездку, посещение Прутковского кладбища и работы на кладбище, завершили. И с утра идем по замечательному городу Гомель, Беларусь. Свободные, погода солнечная, у людей выходной у многих, а многие работают. Вот нам попался человек, не попался, а просто мы встретили, человек, который облагораживает вазоны такие подвесные на улице Кирова, Сергея Мироновича Кирова улица, и очень красиво, и живые цветы, то есть их поддерживают очень много в Гомеле. Улицу украшают живые цветы. Попались люди, которые работают по ремонту фасадов. Во-первых, они добротные, качественные. Советская постройка и сохраненные постройки 19 века. Очень много лепнины, портиков, всего-всего. Погода хорошая. Все-таки это май, это замечательно. Мы следуем дальше по самому-самому центру, конечно, Гомеля, и берем вас с собой. Очень нравятся афиши круглые. И они встречались на нашем пути, но просто мы не стали снимать. Где тоже вот такая крутишься и интересные предложения есть на афишах по разным мероприятиям в Гомеле, так что не соскучишься. Продолжаем прогулку, спонтанная у нас прогулка по улицам города Гомель. И мы сейчас бульвар Победы, где посажены слева и справа каштаны и чистота. Ну, ничего вот тут не скажешь. Идешь, вот так и должно быть. Хорошая погода, что для любой поездки это большое условие. Что месяц май, что все свежее, цветущее. Ну и настроение немножко тоже, как это сказать, чуть-чуть, когда вот в музыке настроение, которое не минорное, когда оно вниз уходит, а вот
ну не мажорный, не могу сказать, что в мажоре, вот такое чуть-чуть-чуть-чуть приподнятое настроение. И мы продолжим нашу прогулку по Гомелю. Набрели на такую площадку, где, наверное, проходит эксперимент внедрения новых технологий. Я сижу на скамейке. За моей спиной солнечные батареи, которые за день набирают энергию, а затем, вот я потом только поняла, мне подсказали, что раздают вот этим светильникам. И они светят. Сош. Ну, так как здесь есть набережная, так как здесь есть такой парковый комплекс, и когда же подходили, то видим, поток людей устремился, так же, как и мы, к реке. Это, видимо, любимое место. Да и мы сюда приходим. И невольно мы тоже вот в этом же ритме оказались. Праздника, музыки, свободы, тепла, безмятежности. И продолжаем наше пешеходное путешествие по Гомелю. Мужчины собрались нескольких семей, и вот они здесь проходили на своих лодках. И им понравилось, и решили остановиться, и занимались рыболовством, охотой и земледелием. Осталась река, она нас связывает с прошлым, очень давним прошлым. Когда пришли, выбрали место и дали жизнь, и из поколения в поколение прирастало, отстаивали это право на жизнь здесь, развивали, и сегодня это
прекрасный город Гомель, Беларусь. Набережная, река.